Ну, пропустили три гола быстрых, можно так сказать. И, конечно, тяжело психологически, но нужно из таких ситуаций как-то выходить, себя так настраивать. Но у нас это не вышло, пропустили еще два, и уже такая игра пошла. Они уже как-то даже не пытались больше забить, и у нас мало чего получалось. Плохая игра, да, в нашем исполнении. Нужно сделать выводы, и скоро плей-офф, и нужно показывать намного лучшую игру. Мы плохо начали и допускали глупые ошибки, не боролись, не играли правильно клюшкой, в целом не играли, поэтому соперник нас превзошел по всем компонентам. Ну, в раздевалке говорили, что нужно просто выиграть период, забить, это и вышло, но все равно такой результат сильно, можно сказать, негативный. Саня Волков, да, классный поступок, так подзавел команду. Да, да, они добивали, лезли на ворота, укрывали шайбу, мы этого не делали сегодня. Да, очень, очень приятно, что болельщики остались до самого конца матча и поддерживали нас до последней секунды. Это на самом деле очень приятно, и хотелось бы извиниться за такой результат. Мы обязаны играть лучше, и я обещаю, что мы покажем намного лучшую игру здесь дома при своих болельщиках. Ну, на самом деле здорово, что болельщик хочет видеть игру нашу вживую и покупает билеты. Хотелось бы извиниться за эту игру перед ними. Не должны мы так играть дома. Ну, сегодня была проблема в единоборствах. Нам сказали, что завтра уже будет тренировка, посвящена этому компоненту единоборства. Поэтому готовимся. Два дня до игры. Нужно хорошо их провести и показать хороший результат в Москве. Ну, никто руки не опускал. Как бы все понимали, что 20 минут играть нельзя. Сложа руки и выходить на лед. Поэтому просто выходили и старались играть в хорошую игру.